Так, продолжаем серию Rock Hurts. Пишу, как всегда, сериями подряд всем. Идем в следующие данжи. Будем прокачивать уровень. Все-таки хочу пятый. Хочу поставить щит и хочу поставить меч, либо секиру. Нужно убить пару новых боссов, как бы. И будем дальше в следующих... Это что, сразу? Так, Shadow. Ну, Shadow... Так, Shadow. А чё нет-то? Я не против. Иди сюда. Ничего себе. А я проиграл-то. А я умер. Всё. У меня... Да, это смерть. Нифига себе. Вот вам и Shadow. А достаточно сильный. Всё. Я умер. Окей. Но... А что делать-то? Ну, этого я не убью. Это все, это скип. Красивое начало этой данжи. Отличное начало ролика. Хорошо, так, давайте тогда по порядку. Давайте проходить все как полагается. А вот эту пройдем. Потом пойдем дальше. Я думаю, если я пятый уровень возьму, когда у меня будет и щит, и доспехи, то тогда будет все хорошо. А сейчас, конечно, да, тяжело, когда у тебя третий уровень, и когда у тебя, ну, настолько плохо все, у тебя нету сета, у тебя нету никакого дефа, то я думаю, это логично, что у нас поражение. Это, кстати, первое поражение в игре. Хорошо, пошли на второй уровень. Так, сундук. Хорошо. Мне бы хоть какие-то доспехи вот прям сейчас, то можно было бы пойти попробовать. В принципе, ничего страшного в том, что ты умираешь, нету. Так, ну здесь это король слаймов, да, если я не ошибаюсь? Или нет? Нет. Ну ладно. Просто тот данж мы в прошлой серии не дошли. И... Если это он, то тут должен был быть босс. Но получается, что это какой-то иной. Так, хорошо. Скилл. Поехали. Отлично. Так. Ну, слаймы, ну, вы видите, да, что вот эту данжу, это обучающая, я так понимаю. То есть ее можно проходить спокойно. Да, вот тут вот должен быть босс. Должен быть король слаймов. Угу. Хорошо, сейчас мы его убьем быстренько. Заберем еще лут. В принципе, оно лишним-то не будет. Единственное, что вот мы в прошлом выпуске только это уже делали, и опять придется, но ничего страшного. И дальше сразу же тут следующий поворот, проход у нас будет следующий уровень. Ну и, соответственно, в продолжении должно быть что-то интересное. Он будет умирать сегодня или нет? Хорошо. Так, короля сламов убиваем второй раз. Забираем лут. Что там он нам даст? Не даст. Повторно. Так, ну, выпало в этот раз больше алебард. Так, хорошо, пошли дальше. Вот этот поворот. Так, нет, не этот поворот, значит, следующий. Если я не ошибаюсь. Потому что, ну, в прошлый раз был. Сейчас посмотрим, что здесь. Возможно, я что-то путаю. Но в основном, кстати, с сундуков падает только броня. Да, вот оно, хорошо. Так, да, старт следующего приключения. Так, тоже два уровня будет. Вот, здесь можно... Ну, слабый, плюс 4 всего будет. Но, тем не менее, почему нет-то? Так, что это такое? 24, 44, у меня 32, 35. Ну, у меня разброс меньше, поэтому более приятно будет. Хорошо, пошли. Все-таки, учитывая... рандомность, то... Во, новые боссы, новые мобы. Учитывая рандомность, большая вероятность того, что будет больше минимальных ударов. Криты на
Высокий удар — это круто, но они бывают не так часто, особенно на минимальном уровне прокачки. Так, здесь мы уже против крысенышей. Так, здесь конец. Пошли посмотрим, что в этой стороне. Я стараюсь данжу защищать полностью, потому что, ну, во-первых, это опыт. А опыт всегда нужен. Он никогда лишним не будет. Это твоя прокачка. Бьют они слабо. Мы уже, кстати, 4 уровня. Я даже не увидел, что у меня левел поднялся. Бьют они слабо. Опыта дается и так немного. Поэтому обязательно нужно все зачищать. Ну и плюс, возможно, какой-то лут будет. Ну, пока что вот этого меча достаточно, чтобы убивать с одного удара вот противника 4 уровня. Соответственно, то есть на данный тип данж он более чем подходит. Так, мне нагрудники упали. Вот тут уже плюс 16 будет. Отлично. И поглощение 1% критического удара. Так, вот новенький, но очень слабый. Так, слабый. Ну и вот это новенькое, но тоже слабое. Меня радует то, что падают доспехи, это хорошо. Вот я как раз говорил, что если навыбиваем доспехов, можно будет сходить попробовать. Возможно, игра представляет нам шанс все-таки пойти и попробовать убить тень. Ну, я так понимаю, аналог меня, но у него гораздо больше дефа. Как вы видели, он весь в доспехах красивеньких, темных. А у меня вот только щит появился и нагрудник. Кстати говоря, на персонаже есть сейчас капюшон. У меня же никакого доспеха нету вообще на голове. Так, что у нас тут? Возможно, будут 5 уровень. Это, кстати, не крысеныши, а гоблины. Прошу прощения, что-то я ошибся. В прошлый раз мне показалось, что у них есть хвосты. Так, что у нас тут? Босс. Так. А, гоблин. Ну, конечно. У гоблина босс гоблин. Так, и что у нас тут за гоблин? Так, а мы круговую дадим. И этого убьем. Вот, он появился. Он не хотел появляться. Он стеснялся нас, ребят. А, нет, это не босс. Еще смотри, это воины гоблина. Так, ну это уже напряжно. Тогда мне бы как-то хил. Можно хил? Круговую давай дадим. Хорошо. Так, а хила у меня нету, я понял. Это плохо. Хорошо. Оглушил. И только после этого... А, нет, это и все. То есть здесь получается как бы не один босс, а такая группа. Но считается как за одного. Ну, слабенько, я вам скажу. Слабенько. Даже как бы для группы я не скажу, что это прям очень сложно. Так. Посмотрим. С него должно что-то упасть хорошее. Если со слайма неплохо, так нам по ноже. Отлично. Так, что за по ноже могу надеть? Ничего себе. Рарные, плюс 50 к броне. Давайте-ка. Конечно. А это у нас что? 12, 14, плюс 2% к максимальному хп. У нас тут 8. Конечно, это получше будет. Хорошо. Так, всего 12, плюс 2%. Так, у меня было 720. 880 хп теперь. Но это приятно. Так, здесь... Конечно, этот лучше. Так, и все, больше нового ничего у меня не упало. Так, и здесь ну, по ресурсам, конечно, много всего, но с ресурсами еще не разбирался. А будем вместе с вами разбираться дальше. Так. Ну вот, кстати, весьма неплохо. Мне понравилось, как мы его снесли. Так, сейчас я эти ресурсы заберу. В принципе, по этой игре буду делать короткие видеоролики, чтобы они шли в разминку с Elden Ring. Поэтому вот, я думаю, одна данжа, один босс на один видеоролик, это будет более чем достаточно. Поэтому подписывайтесь на канал, видеороликов очень много, контента много. Мне будет приятно, если вы будете смотреть. Всем спасибо, всем пока.